Ну что, начнем? Угу. Почему еще не переодетый? А вот и он. Знакомься, это Антон, твой тренер по плаванию. Здрасте. Привет. Подожди, я думала, ты меня будешь учить плавать. Нет, у меня рабочие дела, а Антон справится лучше меня. Все-таки чемпион России по плаванию. Уверен, мы быстро научимся плавать. Ты прекрасно сложно, у тебя все получится. Да? Ну, хорошо. Тогда начнем? Сергей Андреевич, вам принести что-нибудь? Нет, ничего не нужно, спасибо. Садись. Спасибо. Дайте руку. Давай потихонечку. Он очень холодный. Сейчас же будет не так холодно. Привыкнешь. Это что такое? Сейчас привыкнешь, Хадик. Ну что, начнем учиться плавать? Начнем. Сейчас я привыкну и начнем. Так, что нужно делать? Для начала нужно научиться держаться на воде. Сереж! Вода чудесная, давай к нам. Петь, ты тоже. Сереж! Работа. Не могу. Ну ладно. Ложись на руки. Хорошо. Ножки выпрямляем. Вот да, все правильно. И начинаем загребать руками. Шире, шире. Ага. Так? Да. Мне кажется, ты уже делала это раньше. Нет, я не делала. Но ты умеешь плавать. Тихо, не выдавай меня. Что творишь еще за цирк? Это жизненно важно. Там жизненно. Жизненно. Что происходит? Ну, вообще-то спасение утопающих – это не моя специализация. Правильно. Твоя – дело так, чтобы никто не утонул. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Ладно. Ну что? Мне кажется, мы уже тут научились. Можно идти на глубину. Да? Ну, да. Поплыли. Ложись. Так. Как на глубину? Она же только учится. Не знаю, может, она быстро учится. Я надеюсь, он знает, что делает. Да. Думаю, что знает. Очень похоже, что знает. О чем говорила мама с Сашей по телефону? А, я боюсь, вам это не понравится. Давай говори. Саша сказала, что вы не в ее вкусе. Я думаю, хватит. Я? Если не я, то кто? Ну, я вас обниму. Хорошо. Сергей Андреевич, может, вы все-таки присоединитесь? А то работать-то у вас не получается. Прекрати. Включаем ножки. Давай. Давай, давай. Сначала лягушка, лягушка, лягушка. Лягушка, лягушка. Ага, хорошо. Так, лягушка. Шире амплитуда. Есть. Ага. Нормально? Стоп, 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 стоп. Хорошо. Так, теперь сама. Сколько им еще? Хорошо, раз, два. Вот этим заниматься? Около часа. Возможно. Пойду дома поработаю. А, туда? Ага. Вот он первый. Хорошо, нравится? Да. Держусь. Хотя останусь здесь. Вдруг им понадобится моя помощь. Правильно. Да? Сереж, смотри, я плыву. Класс! Нам пора. Ну подожди, еще чуть-чуть. Мы же только начали. Да, я просто забыл, у нас... Встреча. Я забыл. Ну, еще чуть-чуть. У меня только начало получаться. Смотри. Это все здорово, но
Нам уже надо быть там. Ну, пожалуйста. С тренером. Ты знаешь, как спустить воду из бассейна? Нет. Я так и думал. Хорошо, теперь кролик, Давай. Молодец. Ножки. Куда? Правильно. Еще сильнее. Только ножки. Хорошо. А теперь... Но все-таки какая у нее чудесная фигура. Правда? Уйди. О, мне пора. Чуть-чуть.